Доброе утро, страна. Мы в Лазаревском, на самом берегу моря. Ну, в принципе, наверное, я могу уже заканчивать демонстрацию этого ролика, потому что кроме как вот этого кусочка моря и нескольких камешков, вот, показать я вам особо ничего и не смогу. О, сами видите, что творится. Горизонт заканчивается метров на 20 впереди, и все, дальше вообще все сливается, и я вообще ничего не вижу. Немножечко чувствую себя ежиком, есть такое ощущение. Самое яркое, что я сейчас могу увидеть на пляже, это рекламу Локко. С победой Локко. 30.03.24, то есть вчера. Локомотив поздравляли. Ну что ж, присоединяюсь к победе. Ой, к победе. Это легко присоединяться к победе. К поздравлениям Локомотива. О, судя по всему, эти художества еще не закончились. Там даже грибок есть. Папе. Я сначала думал, что это ТТТ, что это написано, а это папе. Самые яркие фрагменты сегодняшнего ролика это... Вот. Есть печальная картинка, я не знаю, показывать или нет. Уберите от экрана голубых детей. Близко показывать не буду, но тем не менее. Вон там, он буквально метров нескольких от меня, дельфинчик помер. Молодой достаточно, не знаю. Тело его бросает море туда-сюда. Как-то так. Лучше бы я Локко вам показывал. Пляж. Вот реально метров 20-30 и все. Уже ограничивается видимость. Поэтому я не знаю. Сегодня я никуда не пойду гулять, вероятнее всего. Во всяком случае, пока не рассеется туман. Да, если честно, мне еще делов дофигища. Там... Чуть-чуть будут ролики. Там... Как, господи. Поездка на автомобиле. Южная ночь, еще там, в общем, увидите. Вчера катался немножко Краснодара, немножко других населенных пунктов Туапсинского района. Самую малость. Насколько это возможно, поснимал на сегодня-завтра, как говорится. Хватит по пару роликов. Да, для тех, кто смотрит только на Zen-канале Лазаревское, сегодня обращаю ваше внимание, что есть ролик... Ну и на ютубе там тоже только есть ролик на Дзен-канале. Там вообще вся полностью улица Победы. То есть от мостика и вплоть до указателя перечеркнутого Лазаревская. Так что, кому интересно, заходите на канал Лазаревская, все-все-все. Там все есть. В ютубе там в описании есть ссылочка. А в Дзене, я думаю, так все знают. Ну что, вот он. Вот она улица Колораж. В период моего отсутствия что-то изменилось. Я не пойму, что вырезали вот эти вот кусочки, что ли? Ага. Привезли брусчатку. Ну что сказать, лично мне эта брусчатка не нравится. Но это мое мнение, опять же, повторюсь. Я не знаю, прежде всего, куда ее привезли. Но она неправильной геометрической формы. Вероятнее всего... А, все, наверное, ее просто решили вот тут дополнить этот фрагмент какой-то. Вот тот вот фрагмент. Все, я понял. Ну, для того, чтобы дополнить, да, возможно, она сойдет. То есть вернуть предыдущую. А так бы был дополнительный еще один цвет площадки. Здесь вот увидел, что-то такое выдолбили. Что это? Для чего это, я не знаю. Ну, наверное, что-то интересное будет. Тут очертания появились кое-какие. Но, опять же, я бы закруглил бы все другому. Прямо вот тут вот, на метр бы. Может быть, это тяжело сделать, я не знаю. Мастера же делают вот так вот чуть-чуть. Было бы, наверное, лучше. Но в любом случае здесь теперь будет намного проще разворачиваться. Потому что это действительно была проблемка. Не знаю, что я вам показываю. Может быть, тюльпанчики хотя бы видно.
вообще полностью. Метров, ну, на суше здесь вот, ну сколько, да так же 40, может быть, 50 метров максимум. И нифига не видно. Ну, поверьте мне на слово, прям все красота кругом. Кругом красота, и кое-где он валяется. Правда, одинокие мышки мусора. Их уберут, но попозже. Ну что, показывать вам больше нечего, ребят, честное слово. Поэтому говорю вам всем доброе утро, всем до свидания. Пошел заниматься домашними делами, выкладывать ролики. Те, что есть. Ну и вообще. Что-нибудь сделаю полезное для себя. Всем пока.